Черт знает на что еще, хамит подлец. Разрешите, полковник? А, присаживайтесь, капитан. Я надеюсь, затишье долго не продлится. Но, тем не менее, порядок здесь нужно навести, как можно скорее. Я все понимаю. Ну и как вы собираетесь это делать? С дезертирами там все понятно. Расстреляем 100, 200, ну 1000 человек. В конце концов, они перестанут бегать. А как быть с теми, которые никуда не бегут? Что там дезертиры? Намного опаснее те, которые неумеренно много болтают. И, как правило, не просто поставить к стенке. Но я-то здесь как раз за тем, чтобы решить, как быть с ними. Понятно. Есть конкретное предложение? Есть. Да ну его. У себя? У себя. Там. Пойдем по кружечке, а? Там и договорим. Пойдем. Я говорю, как с ума все посходили. Разрешите, майор? Входите, капитан. Ну что, освоились? Не совсем. Поменьше церемоний. Они здесь не в почете. Садитесь. Я ничего не понимаю, майор. Солдаты не дают офицерам чести. В лагере стоит натуральный бордель. Понимаю. Понимаю вас, капитан. Вы-то прибыли защищать родину. Но я должен вам сказать, день, когда в батальон не привезут водку, будет иметь самые печальные последствия. А если противник перейдет завтра в наступление? Не перейдет. Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. До противника километров 100. А почему же тогда мы не движемся вперед? Значит, вы еще совсем не освоились. Тем более странно. Что именно, майор, я не понимаю. Это ближайшие к нам части противника. Здесь железнодорожный мост, через который ведется снабжение их войск. Вашей кандидатуры. Но полковник ничего и слышать не захотел. Для меня не ясно, почему командование группой поручается вам. У вас остались враги в штабе? При чем тут враги? Просто группой должен командовать офицер. Да, офицер-то должен командовать. Только ведь еще недели нет, как вы на фронте. Теперь слушайте внимательно. Выходите завтра утром. С группой можете познакомиться прямо сейчас. Они уже здесь. Все очень хорошие солдаты.
В вашу группу включен сержант Гёс. Это, я вам скажу, вся ваша надежда. Характер у него, правда, тяжеловат, но я настоятельно рекомендую самым внимательным образом прислушиваться ко всему, что он скажет. Понял. Он уже 6-й год на фронте. Я понял вас. Так что постарайтесь найти с ним общий язык. И еще одна сложность. В группу также включен капрал Гридо. Он тоже хороший солдат и давно на фронте. Но вот с Гёзом у них... Я бы, конечно, их вместе в такую группу никогда не включил. Понимаете, о чем я? Понимаю, майор. Ну, раз понимаете... Идемте знакомиться с группой. Завтра вы отправляетесь в расположение войск противника. Командиром назначен капитан Андер. Командуйте, капитан. Завтра в 4 утра выступаем. Сбор в полной боевой готовности. При себе иметь боевые комплекты. Контроль за подготовкой возложен на сержанта Гёза. Вопросы есть? Есть. На сколько дней брать продуктов, капитан? В нашу задачу входит диверсия на глубину порядка 20 километров в тыл противника. Запас продовольствия рассчитайте сами, исходя из этого. Продумайте, кстати, вопрос об экипировке группы. Для этого я должен знать задачу, капитан. Все необходимое для выполнения задачи я обеспечу сам. Еще вопросы есть? Все ясно, капитан. Прекрасно, исполняйте. Слушаюсь. Капрал Гридо. Я. Обеспечить пулемет с двойным боекомплектом. Рядовой ВАТ. Я. Займись машиной. Понятно. Все ясно. Выполнять. Еще раз призываю вас, капитан. Будьте предельно осторожны и внимательны к Гёзу. А сейчас зайдите в канцелярию и распишитесь в получении инструкций. Ждите здесь. И куда тебе столько? Не лопнешь? Ты-то не лопнул. Только вот что. Я завтра в рейд ухожу. Так что давай как-нибудь иначе. Ну ладно. Давай 5-ю. 6-ю. Нет, не пойдет. Ну тебе завтра 5 привезут. А я там где возьму? Я ж тебе сказал 5-ю. И не меньше. Ладно, черт с тобой. Забирайте.
Получите сигареты, горох и сухари и сразу в лагерь. Давай, Мария. Иди отсюда. Чего так долго? Да, пришел приказ из штаба полка. Ну? Меня отправляют в расположение противника с диверсионной группой. Неплохо. Вот старик сейчас и воспитывал, как с тем, да как с этим. Ага. Сержанта мне сунули, по-моему, наглец и сволочь. Ставь на место сразу. Распустишь, смотри. Принимайте. Вот так. Что происходит, Бирк? Что? На фронте или в борделе? А, ты их имеешь в виду, что ли? Что тебя, собственно, удивляет? Живые люди. Война идет слишком давно. Да ты что, Берт? Что? Война идет давно, потому что у нас очень сильный враг и требуется напряжение всех сил. Успокойся. Я здесь уже полгода и понял, что все совсем не так, как нас учили в училище. Привет. Привет. Долго тебе еще? Нет, скоро заканчиваю. Угу. Слушай, у меня к тебе огромная просьба. Да? Прежде чем сегодняшняя сводка попадет в штаб, я должен на нее взглянуть. Ты что, с ума сошел? Нет. Меня завтра отправляют в тыл противника. А командование группы поручено капитану, ну, этому, который недавно приехал. Андер, да? Да, Андер. Он еще совсем зеленый. Так что командовать, по-видимому, придется мне. Хорошо, я покажу тебе сводку. Спасибо. Ты вернись живым. Я-то вернусь. Но надо еще остальных живыми привести. Крысу убери. Чего, намешаешься? Не понял. Не понял. Капитан, взвод, походу, готов. Вчера вечером вы очень поздно вернулись, сержант. Объявляю вам замечание. Понял, капитан. Солдаты! На нас возложено трудное и ответственное задание. Я надеюсь, что каждый из вас
до конца выполнит свой долг перед Родиной, не пожалеет своей крови, а если понадобится и жизни для ее защиты. Мы все готовы умереть, капитан! Взвод, налево, в машину. Сержант, погрузите вот эти ящики. Что это, капитан? Это взрывчатка, сержант. Да? Эй, погрузите эти ящики. Лобли. Добрал, взрывчатку держи. Сам донесешь. Взяли бы. Ничего себе, лобзики. Переедешь в ячейки, станешь. Дальше я скажу. Эй, возьми автомат. Спасибо, сэр. Ну что, все? Вот. Вперед. В чем дело, сержант? Почему остановка? Дальше двигаться опасно. Здесь начинается зона патрулирования. Если нас с этой дурой засекут, нам хана. Капитан, теперь я надеюсь, могу узнать задачу? Нам надлежит сорвать мост через реку. Зачем? Наступление, насколько я знаю, не планируется. Но это, я думаю, не нам с вами обсуждать. Получен приказ из штаба полка, и мы обязаны его выполнить. Все правильно. Скажите, еще вопрос. Комплектованием группы вы занимались лично? Нет. Состав группы определен штабом полка. Ясно. Как вы намерены двигаться? По дороге это 312-го километра, дальше вдоль протока реки и берегом до моста. Это тоже определили в штабе. Да что вы себе позволяете, сержант? В вашу компетенцию входит исполнение приказа, а не обсуждение их. Так что будьте любезны исполнять. Все справедливо, капитан. Но поверьте мне, если точно следовать приказам из нашего штаба, то выполнить этот бред никогда не удастся. Поэтому для начала мы немного изменим маршрут. Километров 5 отсюда есть параллельная дорога. Мы перейдем на нее. Еще, капитан, если вы хотите, чтобы мы выполнили приказ и живыми вернулись в лагерь, прежде чем отдавать приказания, пожалуйста, советуйтесь со мной, чтобы не получилось как с взрывчаткой, которая и так полна в ранцах у солдат. Зачем дублировать мои действия? Ведь вы экипировку группы поручили мне. Взвод! Кончай курить! За мной шагом марш! Куда идем-то? Оставь погореть. Ну не бросай. Ямку помоги. Бросай, оставь погореть. Да ладно, потом марш! Шевелись, шевелись! Теперь надо быстрее, капитан! Вперед!
Ноги не сдохли. Чем вы объясняете нарушение приказа, сержант? Соображение в безопасности, капитан. При любом варианте, сегодня нас уже никто здесь искать не будет. Вечером будем у реки, переправимся через нее и будем в безопасности. Вам придется ответить за свои действия. Отвечу, конечно, отвечу, если выживем. Разрешите посмотреть карту, капитан. Чай, заткни. Знаешь что? Сержант, дальше эту холеру не попру, если она тебе нужна. Тащи ее сам. Попрешь. Сегодня вечером мы будем у них в тылу, и эта холера тебе очень понадобится. Сержант, хватит издеваться над людьми. Иди повесься, собака. Может, на самом деле, сержант, прекратим эти игры в войнушку? Молчать, бараны! Пасти будете раздевать, когда похороним половину из вас. И нечего трепаться об издевательствах. Я что, по воздуху летел? Рядовой Дро! Я. Разведай наши тылы. Есть. Пойдем, я вас. К мосту зайдем. Вот с этой стороны, капитан. Правда, вот этот участок придется пройти по указанному маршруту. А почему вы его избегаете? Не нравится он мне. И вообще, немного не нравится, что делается в нашем штабе. А солдаты вас слушаются, сержант. Еще бы. Всем быстро собираться! Неплохо бы пожрать, сержант. Ну и что ты за бегун с набитым брюхом? Потом пожрем. Сейчас главное оторваться. От кого? Нас, по-моему, никто не догоняет. Должны догонять. Ну что там? Сержант, три машины с солдатами. Минут через 10 будут здесь. Фу, черт, не успели. Надо укрыться в лесу, сержант, они нас не заметят. Вы еще не поняли, капитан? Эти ребятишки ищут нас. Взвод, за мной, бегом марш! Обстановки. Слушаюсь. Так вы утверждаете, что нас преследуют. А вы что, до сих пор этого не поняли, капитан? Поверьте моему опыту, что-то не так во всей этой истории. Нас отправляют взорвать мост, который ничего не стоит взорвать с воздуха. А потом... Пока наши перейдут в наступление, его 10 раз успеют восстановить. А почему, сержант, вы считаете, что наступления не будет в ближайшее время? Да на нашем участке не осталось ни техники, ни боеприпасов. А в частях осталось, дай бог, половина личного состава. Подождите, вы это точно знаете? Ну а как же? Это же нельзя доставить незаметно. Да, но если завтра противник начнет... Не начнет. Заметьте, мы находимся у них в тылу. Нигде не видели ни расположения войск, ни техники, ничего. В подобных случаях такие зоны контролируются небольшими группами, в 5-6 человек. Даже если такая группа и нашла бы нашу машину, все равно организовать погоню с такой скоростью они не могли. Здесь был большой отряд. Зачем? Сержант, на той стороне движение не обнаружено, а на этой, в километре отсюда, отряд. Костры, ну, человек 40-50. Черт, неужели?
Неужели там кто-то хитрее меня? Вот видите, капитан, если мы пошли вашим маршрутом, то давно были бы у них в лапах. Наблюдение оставил? Двоих. Но сегодня они, наверное, не сунутся. Можно разводить примуса. Валяйте. Разрешите? Входите. Слушаю вас, Инга. Я совершила преступление, майор. Садитесь, рассказывайте. Вчера вечером я показала дневную сводку сержанту Гёзу. Вот как? Ну и что? Понимаете, по вчерашней сводке дистанция между передовыми частями была 100 километров. А сегодня вечером мы получаем сведения о том, что передовые части противника всего в 70 километрах от нас. Причем ни вчера, ни сегодня движение крупных сил не наблюдалось. Вот этот номер. Покажите, где они находятся на карте. Вот. Черт. Выходит, теперь они в глубоком тылу. Доброе утро, капитан. Дрова идут. Поздравляю вас. Чем? С пробуждением. Остались бы там, проснулись бы в раю. Вот, полюбуйтесь, капитан. Нет шестерых. Ну, четверо убиты, это ясно. А где еще двое? Да, капитан, еще один такой бой, и от этого стада ничего не останется. Послушай, Гёс. Мне надоело ходить в баранах. Попробовал бы ты так окрестить капитана, которого нам дали для прогулки. Заткнись, капрал, я тебя предупреждал. А какого хрена ты мне сделаешь? Мы не в лагере, здесь нет твоей сводки. Эй! А ну-ка немедленно прекратить! Убью! Стой, капитан. Не надо лезть в сержантские разборки. Смирно! По окончании похода оба пойдете под арест. А если такое случится еще раз,
Зачинщика расстреляю на месте! Взвод, стройся! Приготовиться к походу. За мной марш. Взвод налево. Вперед. Рядовой ват на месте стой. Пошли. Объясните мне, ват, что значит сержантские разборки и почему в них не стоит соваться? С сержантами не стоит связываться, капитан. Наступишь кому-нибудь на хвост, жизни не дадут. И что, никто не жалуется? Кому жить надоело, может и пожаловаться. Сержанту 5 суток карцера, а парнишке хана. Вы свободны, Влад. Капрал Агридо ко мне. Капрал! Слушаю вас, капитан. Это и вас слушаю, капрал. Почему произошла драка? Вам честно сказать? Разумеется. Дело в том, что все сержанты сволочи. В большинстве случаев, конечно, по долгу службы, а вот такие, как эта сука Гёс, по убеждению. Он же натурально ловит кайф от своих издевательств. Вы хотите сказать, что он садист? Нет, конечно. Высокого себе мнения. И что, все сержанты такие? Всякие есть. Но Гёс – это предел. А вы не боитесь, капрал, что сержанты с вами разделаются? Боюсь, конечно. Все боятся. Но в шестерках у Гёса я быть не хочу. Ясно. Идите, капрал. Сержанта Гёса ко мне. Иди, тебя зовет. Давай, железяку. Объясните мне, что произошло? По-моему, вы сами все прекрасно видели, капитан. Поэтому я и спрашиваю. Видимой причины для драки не было. За что вы ударили капрала? За хамство. Это вы можете откладывать кару до возвращения в лагерь. А мы должны наказывать на месте. И чем жестче, тем лучше. А это вы сами так решили? Или у вас есть на этот счет инструкции? Мы сами себе устанавливаем инструкции. Мы будем добиваться подчинения любой ценой. Вот вы сами завтра отдадите приказ, и от кого потребуете исполнения? От вас. Вот именно. Вы еще не уловили, капитан, что именно за это нас все и ненавидят? Это почему же? Да потому что на нас держится армия. Если хоть на один день сержанты перестанут раздавать пинки всем этим полудуркам, то на следующий день половина из них не встанет с постели. Офицерам почему-то кажется, что сержанты только мечтают об их пиве, колбасе и телках. Вот и удивляюсь, почему меня слушают солдаты. Да вот почему. И с этим стадом иначе нельзя. Я понимаю, чего вы хотите. Убеждениями, разъяснениями обстановки, призывами к чести и долгу перед Родиной. Да всем давно положить на это. Этих тупоголовых баранов сержантскими пинками гонят на бойню. И все в порядке. Главное, все пределы, и никому ни о чем не надо задумываться. А если кто задумался, тут как тут ребята в сером. И к стенке барана. Не суйся не свое дело. Думать не твоя работа. И кому же вы причисляете Гридо? Гридо. Гридо тот самый задумавшийся баран.
Он хочет поломать систему и не врубается, что виноваты в ней совсем не сержант. А кто же вы в таком случае? Я вне стада, капитан. Меня пытаются туда загнать, но пока до сих пор безуспешно. А вообще вы мне здорово помешали. А вы не боитесь, сержант, что с такими мыслями вы можете представлять интерес для службы безопасности? Вполне возможно. Но им не просто будет поставить меня к стенке. Меня при всем желании трудно объявить дезертиром. Кем вы были до армии, сержант? Студентом. Меня взяли на фронт прямо из университета. Можно вопрос, капитан? Да, спрашивайте. Куда это мы так уверенно маршируем? А? Как куда? Строго на юг, согласно вашей рекомендации, сержант. Осмелюсь доложить, капитан, что это направление было актуально вчера вечером. А сегодня нужно двигаться в другую сторону. В какую именно? Оптимальный вариант строго обратном направлении. Но сегодня туда нельзя, поэтому нужно идти на северо-запад. Переправиться через реку и по тому берегу подойдем к мосту. Посмотрим карту. Давай. Взвод, стой! Привал! В метре от нас еще какой-то мост. Мы могли бы перейти по нему и спалить его заодно. Может, этих собьем с толку? Пойду-ка я посмотрю, что это за мост. А вы, капитан, проследите, чтобы мне оставили немного поесть. Хорошо, сержант. И вот что. С вами пойдет капрал Гридо. Слушаюсь. Капрал Гридо, за мной. Я хотел бы знать, полковник, что происходит на моем участке фронта. Части противника обнаружены на 30 километров ближе, чем планировалось. Что вас так волнует, майор? Противник разведывает нейтральную полосу. Явление вполне естественно. Но с какой целью? Они что, собираются двигаться вперед? Или ожидают нашего движения? Зря вы так волнуетесь, майор. В штабе армии сейчас разрабатывают планы, так что вскоре мы получим соответствующие приказы. Но сейчас в глубоком тылу противника находится моя диверсионная группа, а я даже не знаю, с какой целью. Задача у них вполне ясная и вполне определенная, но они сами почему-то нарушили приказ и направились совершенно в другую сторону. А вы откуда об этом знаете? Полковник! Зачем это я тебе понадобился? Нужен ты мне. Капитан велел взять, наверное, в целях воспитания. Куда? Тут мост, надо взглянуть. Мы его идем взрывать? Наш севернее, километров на 40. Ясно. Ладно, иди. Я тебя догоню, только на дорогу не высовывайся. Сам соображаю. Ну вот и топай. Спокойно.
Я же говорил тебе, не лезь. Спасибо. Ладно, сочтемся. А вообще мы с тобой лихие ребята, капрал. Смотри, кого завалили. Спецбатальон. Вот и я о том же. Один выстрел, и сам Господь нас не спас бы. Человек 6, не больше. Я пойду вперед, капитан. Возьму с собой Гридо, Вада, Дрова. Вы оставайтесь здесь. Если кто-нибудь появится, отсекайте их, чтобы мы могли уйти. Это опасно, сержант. Опасно другое, капитан. Это я вам потом скажу. Гридо, Вад, Дрова, за мной. Вад, Дрова, вагон! Капрал, к мосту! Вад, по одному! Падай! Здесь все! Капрал! Вон там посмотри, там! Никого нет! Хорошо проверил! Чисто! Путь свободен, капитан! Пошли! Капитан! Да, сержант. Батальон. Двоих мы с Гридо завалили у дороги. Это дурная новость, капитан. Последний раз они появлялись на горном фронте. Как раз перед тем, когда нам впиндюрили по самые помидоры. Здесь что-то намечается. То есть что? Наступление? Маловероятно. Скорее они будут ждать нашего, а потом выкинут какую-нибудь гадость. Но не это самое страшное. А вот если это они у нас на хвосте, то наше дело дрянь. Эти псы не выпустят. Сержант, пошли быстрее! Пойдем, капитан. Сейчас как? Шевелись, шевелись, на том свете очнешься. Давай, 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 бегом, бегом! Сейчас попробуем выяснить. Обозники, расколем в момент. Дядь! Почему так плохо охраняется мост? А кому он нужен? Еле дышит. Согласен. А железнодорожный далеко? Какой? Ладно, не выпендривайся. Мы вообще не знаем, сержант. Мы здесь всего 4 дня. И что? Разве тот мост не ваш охраняет? Мы про тот мост вообще ничего не слышали. Капитан, у вас есть вопросы? Ты что делаешь, сволочь? Да бросьте вы, капитан! А что вы предложили? Взять их с собой, когда у нас орава на хвосте? И отпустить? Мы с таким трудом оторвались, а теперь из-за какого-то вшивого гуманизма все усилия псу под хвост. Если не мы их, то к вечеру нас. Идемте, капитан. Мост горит вообще. Взвод, уходим быстро. Ночевать где будем? Разберемся. Не расползайтесь. Вообще-то, капитан, Гёс прав.
Мы и так оставляем слишком много следов. А это следы говорящие. Я не нуждался в твоей помощи, капрал. Пленных убивать подло, сержант. Ах, вот как. А всех остальных, значит, нормально, да? Но они же безоружные. Между прочим, когда прыгаешь во вражеский окоп, никто тебе не подбирает противника по весу. А любой спецбатовец в два раза здоровее нас с вами вместе взятых. Однако он не постесняется этим воспользоваться. Да не о том вы говорите, сержант. Вы убили живых людей. Да вы что, смеетесь, капитан? В этой мясорубке перемололи миллион человек. И двое больше, двое меньше, никакой разницы не будет. А я убил двоих, чтобы дать выжить 11. Так что гуманнее? Входим в мертвый город, капитан. Что значит мертвый? А это значит, что там никого нет. Идеальное место для ночлега. По-моему, там ночевать кайфу мало. Какой тебе кайф, дерьмовщик? Мы в тылу врага. Стойте. Что? Вон там наверху в окне, кажется, чиркнули спичкой. Безопасность, твою мать. Ну что, капитан, зайдем? Может, здесь разживемся информацией? Капрал Гридо. Я. Окружите дом. Услышите стрельбу, действуйте по обстановке. Только нас в темноте не ухлопайте. Пойдем, капитан. Вадро, Люфар. За мной. Люфар, ленту. Под дверь. Опять вы. Все. Отмучилась. Мать. Отбой, капитан. Дро, зови всех сюда. Ага. Противник в городе есть? Будет обидно, если нас здесь прищучат. Нет. Здесь вообще нет солдат. Если проходит, то только днем. Оставлять охранение, сержант? Хрен ее знает. Кто сюда ночью сунется? А. Есть у меня нечего. Сами 3 дня голодаем. Ну, это как раз не проблема. Ты не возражаешь? Если мы ее пока перенесем туда, а завтра утром похороним. Хорошо. Скажите, вы что же, совсем одни в этом городе? Почему же одни? Люди здесь есть, те, которым совсем некуда уйти. Вам тоже некуда? Да, в общем-то, некуда. Хотя, если бы не она, я бы давно ушла. Куда? Не знаю. Подальше от этого кошмара. А куда же делись все остальные? Ушли. Дайте сигарету, капитан. Пожалуйста. Каждый раз с отступающей армией уходила часть жителей.
Город опустел. Но как же здесь? Вы жили? Чем? Да очень просто. Зимой жили мебель, ее полно оставалось в домах. Но насчет еды, здесь время от времени проходят кое-какие части. Иногда обманывают, но в основном ребята честные, дают банку тушенки и десяток сухарей. Что, просто так? Капитан, вы, очевидно, первый раз на фронте. Вы не знаете, за что дают женщинам тушенку и сухари? Господи. У меня все есть. Пойдем куда-нибудь. Ты понял? Понял, капитан? Ты разве поешь про долг перед Родиной? А что я ей задолжал? Что она ей задолжала? Это еще большой вопрос, кто кому должен. Мы не рады, что родились именно здесь. И нечего с нас за это драть три шкуры. Убью, гада! Простите, капитан. Сорвался. Уберите эту дрянь. Он был неисправим. Сержант, наша хозяйка голодна, да и нам не мешало чего-нибудь принять. Да. Вот, Люфар, давайте все на стол. Соорудите какие-нибудь сиденья. Сундук раз, двинем. Два, мы же не подымем его. Люфар, прекрати играть продуктами. Раз, два, три. Раз, тяжелый падла. Оп, оп, ближе. Оп. Хороший. Запасливые были ребята. Какие ребята? Обознички у мост. У них разжились. Ват, присаживайся. Хватит пока. Ну, кто будет тушить? Я разбавляю водой. Лучше чистого тресни. Друг, а ты свою крысу пустил. Убери ее. Да ладно, повеселимся сейчас. А ты почему не пьешь? Я вообще не пью. Огня, да? Плохо переношу. Да. В наше время нельзя не пить. Можно свихнуться или повеситься. Зачем вешаться, сержант? Нам дырку во лбу и так сделают. Неужели это все, что осталось? Спички? Ну а? Почему же, капитан? Можно еще родину защищать. Только непонятно от кого. Парни с той стороны тоже считают, что родину защищают. А в результате все выходим по уши в дерьме. Ладно, не стани. Не обращайте внимания, капитан. Гёс у нас интеллигент. Давайте лучше выпьем. Ты баран, Гридо. Я, конечно, понимаю, тебе положить и на войну, и на всю эту помойку. Что ты предлагаешь, сержант? Кто мы такие? Нам приказали, мы делаем, а не сделаем, ты же нас и поставишь. Как? Иначе тебя поставят. Мне лично надо чихать. Кончат так кончат. Капрал, не сори. Вот видишь, капитан, я же говорю, стадо. Давай выпьем. Ты вообще ничего, парень. Но слишком много разговариваешь. Смотри, настучит кто-нибудь в СБ. Капрал, все в порядке. Везде? Да. Спасибо, ребята. Я давно уже досыта не ела. Да ладно, сестренка, все нормально. Мы-то с голоду не подохнем. Мы армия. Нас не кормить, кто воевать будет. Кончай философию. Задал уже честное слово. После мы же о тебе заботимся больше, чем обо всем остальном. Верно. На, накати. Тоже верно. А, крыса нажралась уже, дрыхнет. Она не пьет, она беременная. Два, да. Знаешь что, капитан? Надо ее забрать отсюда, здесь она пропадет. Утром поговорим, Гёс. А сейчас что?
хотя да. Пару часов еще можно вздремнуть. Я думаю, не надо. Потом хрен подымемся. Да. Тогда уйдем отсюда. А со мной что? А что бы ты хотела? Не оставляйте меня. Договорились. Капрал, всем подъем, уходим. Хватит спать. Подъем. Что, сдурел, что ли? Поднимайся. Крис, пойдем. Не забудь. Пойдем ко мне, Ева, иди ко мне. Моя девочка. Вперед. Двигай, двигай. Куда? Цветочки собирай. Хватит срать. Ты какой-то остроумный. Где мой автомат? Идем в коридор. Сумасшедший. Он уже год регулирует здесь движение. И много здесь таких? Много. Вон как раз там живут. Там? Ну что, капитан? Пойдем посмотрим. Зачем? Пойдем, пойдем. Интересно, как здесь живут. Дальше не пойду. Они там. Пошли, капитан. Капрал. Вниз по реке до моста. А вы с Капралом и остальными возвращайтесь в лагерь. Не проще ли отправить девчонку домой? Втроем вам моста не взорвать. Взорвем, не волнуйся. А ее домой нельзя. Ты же сам видел. Какой мост вы собирались взрывать? Железнодорожный, ниже по реке, там. Но там нет моста. Как нет? Очень просто. Год назад, когда ваши его разбомбили, после этого его никто не восстанавливал. Ты точно знаешь? Абсолютно.
приплыли. Откуда? К чертовой бабушке. Мне двое об этом рассказывали. Один совсем недавно. Еще он сказал, что раз разрушена узловая станция, то и мост никому не нужен. Тем более, что совсем недалеко наведены три понтонных. Непонятно, что там охраняли. Охранять? Ну да, их гнали на охрану развалин. Давно это было? Наверное, неделю назад. Вот это номер. Раньше мы воевали здесь. Плохо? Тебя как зовут? Беата. Меня Диос. Здесь положили почти весь наш полк. Осталось человек 200, не больше. Капрал! Всем подъем, уходим. Вставайте, вставайте. Ну что, капитан, идем. Куда? Назад, в лагерь. Ребята. Приказ из штаба полка, майор. Что там? Привести в порядок материальную часть, войска подготовить к движению. Черт. Что они там сдурили? Командира полка. Да, это я. Получил приказ. Какую материальную часть? У меня не больше десятка машин. Как куда? Я подавал справку о потерях. Нет, не получал. Нет, ничего не было. Не волнуйтесь вы так, майор. В штабе армии знают, что делают. Ждите приказа. Всего доброго. Похоже, что в штабе армии затевают наступление. Знаете, Инга, или я совсем перестал соображать, или готовится какое-то большое предательство. Здорово. Я. Глянь дорогу. Ага. Ты знаешь, что мы можем напороться на неприятности? А пешком неделю ползти лучше? Люфар. Я. Пулемет готовь. Понял. Что вы собираетесь делать? Попробуем захватить машину. Капитан! Я. Девчонку надо бы убрать отсюда. Очень может быть, что сейчас здесь будут стрелять. Сержант! Вот и наша друзья, недалеко же мы ушли. Вон! Вон! Тачку посмотри! Нас сейчас обойдут! Смотри тачку, короче! Да гранты этой тачки, сержант! Заткнись!
Короткая уходит, длинная остается. Давай! Короткая! Ну все, уходи! Иди! Капрал! Постарайся выпутаться! Не мог, и сержант! Давай! Выпутаемся! Капитан! Уходим! Возьми пятый туда! В чем дело, полковник? Они вернулись. Кто? Сержант Гёс и этот ваш новенький офицер. Их там встречают с триумфом. Ах, вот как. Вот так, полковник. Нужно срочно что-то делать. Мы уж не ожидали тебя живым увидеть. А у нас тут такое без тебя творится. То подползут близко, то отступят. В общем, полный атас. Ну, а ты-то там? Ну, мы думали, все, все. Кранты. Да ладно, ты же меня знаешь. Я-то всегда выберусь. Да я-то знаю. Здорово. А ты как думал? Отлично. Ну, пойдем. Пошли уже, ребята соображают. Погоди, я сначала к Инке зайду. И потом вот что. Ну. Девчонку надо устроить. Ты глянь на нее, а? Я с горем собираюсь. Ладно, оформим. Ну, ладно, ты только прошу тебя, без этих поездов. Ну, хорошо, хорошо. Иди за ними. И ничего не бойся. Завтра я тебя найду. Ну что, прощай, капитан. Буду нужен, вызывай. Спасибо тебе, Гёс. Да не за что. Это моя работа. Привет. Вот ничего себе. Инга у вас? Инга? Да сейчас. Инга, к тебе гости. Гёс, миленький, живой. Подожди, постой. Мне нужно идти. Я хочу задать тебе один вопрос. Подожди. Кажется, это по твоей чести. Что это такое? Откуда это у тебя? Сильно не разбавляйте. Не мчаться. Прохладно стало. Надо поесть, да, спать уже. Что там у тебя? Сержант Гёс. Так точно. Вы арестованы. Следуйте за мной. И, пожалуйста, без глупостей. Значит, вы не видели, как погиб капрал? Нет. Значит, сержант все-таки мог его убить. Я же говорю, что нет. Откуда у вас такая уверенность? Когда мы с Гёсом уходили, капрал был жив и здоров, а потом... Но драка-то между ними была. В
Была. Значит, причина для убийства тоже была? Нет. А вы подумайте. Капитан, заходи, гостем будешь. Дай закурить, а то мои все отсырели. Ну, что скажешь, капитан? Я ничего не понимаю, Гесс. Ты, очевидно, кому-то здорово мешаешь. Что случилось? Со мной беседовал капитан СБ. Очень долго выспрашивал про твои отношения с Гридо, а потом... А потом спросил, не ты ли убил его? Я, разумеется, ответил нет. Чем кончилось? Он потребовал, чтобы я завтра на трибунале подтвердил, что-то ты убил Капрала. Я отказался тогда. Тогда она сказала, что я встану к стенке рядом с тобой, как соучастник. Что происходит, Гёс? Все ясно. Знаешь, что ты завтра сделаешь, капитан, на трибунале? Как что? Ты скажешь, что это я убил Гридо. Ты с ума сошел? Ты много меня слушал, капитан. Послушай еще раз. Но послушай очень внимательно, потому что это самое важное из всего, что я тебе говорил. В той тачке, которую мы хотели захватить, я обнаружил странные пластинки с такими значками. И прихватил их с собой. Ты знаешь, что это оказалось? Ключи к секретным кодам. Доступ к ним имеют чины не ниже полковника. Понимаешь, что это значит? Ведь мы захватили эти ключи у них. Что ты говоришь, Гёс? А то, что идет прямой обмен информацией. Поэтому иногда мы долбим по пустым квадратам, а они атакуют самые укрепленные линии. Когда как удобнее. Теперь ты понимаешь, почему нам так легко сели на хвост? Нас просто ждали на дороге. Замолчи. Теперь ясно, почему и маршрут, и состав группы определили в штабе. От нас просто хотели избавиться. Почему? Как ты думаешь? Значит, даже потери с каждой стороны можно согласовать. Да неужели это возможно, Гёс? Да. Мы теперь об этом знаем вдвоем. Мне так это хана. А ты должен выжить, капитан. Но для этого я должен да. тебя... Да, должен. Но это не для нас с тобой. Подумай о тех ребятах, которые здесь остались. Вспомни мертвый город. А теперь они готовят новое наступление. Ну так что, договорились, капитан?
или тебя расстреляют, Гесс. Да, черт возьми! Судя по всему, мы вообще не должны были вернуться, но мы вернулись! И с нами надо что-то делать! А парни в СБ просто гениальны! Одним махом меня к стенке, тебя мордой в говно! И чтоб ты до конца жизни себя говном и чувствовал! А не захочешь к ним в шестерки, тоже ступай к стенке. Но они не учли, что у нас с тобой в руках козырный туз. А ты уверен, что туз козырный? Абсолютно. Где ключи? Вот это разговор, капитан. Ключи я отдал Инге. Она обещала узнать, как ими пользоваться. Все бегать, и нельзя оставаться в лагере. Да. Успеешь. Я сделаю все. Сержантом меньше, одним больше. Расстреляли? Сам виноват. Не городи чушь, Берт. Ай. Плачешь? Нет. Я уже давно разучилась. Вот как? А я тебе чуть было не позавидовала. Давай выпьем.
Поговаривают о наступлении. И неизвестно, сколько нам с тобой еще. Наступление? Наступление – это катастрофа. Теперь это точно знаю. Ты уезжай отсюда. Пришел приказ, завтра утром мы идем в наступление. Так что здесь начнется ад кромешный. Сейчас везде ад. Я не думаю, что у вас в тылу нет проблем. Все верно. Но там хоть не стреляют. Капитан, вас спрашивают. Ну что, еще по одной и на отдых? Гридо с боевого задания прибыл. Капитан, где можно найти сержанта Гёза? Thank you.